Доброе утро. Я хоть бургер. И пуст. Сегодня 4 декабря. До этого Милена открывала, но я не снимала. Что там у тебя, бургер и конфетка? Ну, знаете, на день хватит сладости, нечего обидаться. Вы старше. Вчера Руслан беседовал со специалистами, которые занимаются нашими делами по апелляции. И они сказали, что они только получили эту опину старосты. И нужно еще там заполнить какой-то залончник для этого. И получается, что эту опину старосты мы делали, если мы даже в августе все сложили, сентябрь, октябрь, ну и что, на 2-3 месяца делалось, что ли, эта опина? Что-то долго так вообще, непонятно. И сегодня они должны прислать вот эту форму, которую нужно будет заполнить. И Руслан непосредственно отдаст на работе. Ну, получается, это агентство свяжется с работодателем, отправит им документы, работодатель заполнит, и Руслан уже повезет в Варшаву. Если нужно будет в оригинале, если нет, то отсканируют. Ну, не знаю, как там. И поэтому мы все еще ждем. Вообще так медленно все это делается. Это какой-то кошмар. Какой-то кошмар. Ну ладно. Приготовила Милене вот что. Она попросила лимоны. Сказала, надо иммунитет повышать. Сделай лимоны с сахаром. И ту. Барыня сидит, поглядите, кача. У тебя урок закончился уже? Нет, еще идет? А что тишина? Пани там ищет. Шука. Что она там, Шука? Ну, приятного аппетита. Пойду я себе лимончик тоже порежу.